лодка алюминиевая, самурай 6150 на прицепе FRPS 550, одноосный прицеп. Носовая часть лодки, алюминиевая рифленка, леер с одной и с другой стороны, утка. Привальничек, установлен светодиодный ходовой огонь, здесь топовый огонь, рифленочка на планшере, мотор Suzuki DF100, на данной лодке можно устанавливать мотор мощностью до 175 лошадиных сил. Рифленочка в рецессе с одной и с другой стороны. Топливный фильтр. Транец лодки. Отсюда видно ее килеватость. Вентиляция топливного бака. Кормовая уточка, леер кормовой. Сейчас заберемся внутрь. Настил на палубе, водостойкая фанера, отбойнички по бортам, с одного и с другого борта. Кормовые уточки, у нас здесь стоит выключатель массы, аккумулятор, водооткачивающая помпа. Отсюда видно блоки плавучести, усиление транса. Топливная заливная горловина. И сюда труба металлическая, там дальше она через горку соединяется топливным баком, который находится под палубой. Носовая часть, два складных кресла, поворотные. Вот. Дистанционная машина Suzuki, приборы оригинальные Suzuki, панелька с тремя тумблерами, ручками и прикуривателем. Рулевое колесо, с левой стороны находится шильдик с заводскими данными, и в передней части тоже такой достаточно объемный носовой отсек. Есть перегородочка, чтобы шлагбаум не вываливался на ходу, ее можно в принципе приподнять еще. Резиновая фиксация. Здесь у нас резиновые уплотнители. И вы видите, что все не грохочет, все нормально держится. Сейчас поднимусь на нос, чтобы сделать панорамку на корму. Часть достаточно просторная, 2-3 человека спокойно здесь поместится.